Всем привет, всем доброе утро. У нас 8 утра, погода отличная. Мы вчера приехали, заселились в гостишке. Здесь с горячими источниками. Немножко наверху в горах. Красота. Вчера мы выехали из Мургаба и поехали интересной дорогой, как все рассказывают. Вдоль Афганистана. Да, которая по речке вдоль Афгана, по границе идет. Дорога, честно говоря, так себе. Нет, ехать-то, конечно, можно и, в принципе, нормально, но ничего интересного там нету. И дорога говно. Мотики опять растряслись, пооткручивались, поломались. Вот. Сейчас мы отдыхаем, пойдем в горячий источник. Вчера сходили, понравилось. Сейчас еще занырнем, посидим. Потом будем заниматься ремонтом мотиков. Давай. Вот, давай. Вчера немножко устали. Ну как немножко, нормально устали. Сейчас Сашка еще прокомментирует. Вчера мы уехали, он хотел сказать. Мы готовы были убить друг друга. Потому что, ну все, уже невозможно по этой трясучке ехать. Сейчас мы покажем вам источники. Пойдем. Надеюсь, там людей нет, и тогда сможем все показать. А вот и сами источники. Вода плюс 40. Вытяжка естественная. Очень советую. Снимает усталость с дороги. Мы вчера провалялись здесь минут 30, наверное. Таких источников вдоль от Хашима до Корога очень много находится. Все они находятся на асфальтированном участке, поэтому обязательно заезжайте. Этот источник стоит 10 в Самоне. Это 100 рублей на наши. Тут достаточно интересно об огороде. Сделали бетонные посиделки. Сливное, чтобы был уровень. Так, тут. Вообще ощущения просто колоссальные. Тут небольшая ванночка. Это вообще для детей, мне кажется. О, кстати, холодная. Холодненькую дали? Да, сатане холодненькую дали. Знаете, это мы все страдаем, что у нас выключают горячую воду, а здесь холодную. Ощущения реально колоссальные. Блин, я бы не вылазил. А еще у меня дома нет ванны, и поэтому здесь интересно. Сегодня мы одни, а вчера вечером здесь было просто очень-очень много людей. Ну что, мы будем париться, а вы там собираетесь, кто там собирались. Очень многие здесь перегреваются, как в настоящей русской бане. Поэтому многие выходят и просто остужаются вот здесь. Это уже просто холоднющая вода. Это река Ишим, которая впадает в реку Ишим, ну, возможно, приток. Ну что ж, после утренних купаний мы приступили к ремонту. Сегодня у нас не такой длительный перегон будет, хотя, возможно, мы доедем очень далеко. Вот у нас наш маленький помощник. Да, все везде нам помогает, все поддерживает. Чем нам повезло, то что остановившись в гостинице возле источника, мы нашли, в принципе, здесь и мастерскую. Ну и спонсор сегодняшнего видео, это, конечно же, мотосервис Один Мото Про. Один Мото Про чинит вас везде, в любое время. В любое время просто, да, любые ваши пожелания. Все ссылочки будут в описании. Находится Московская область, город Одинцово, поселок Трехгорка. Прямо на въезде в город. Обязательно обращайтесь. Специализируются на любой технике. Варят аргоном, варят дуги, все что угодно, да. И делают также подготовленные тачки, не тачки. В общем, все, что вы захотите, обращайтесь. Ну вот, секундочка этого самого.
пиара прошла, продолжим. Нам повезло то, что мы остались в этой гостинице и нашли здесь все. Мы нашли и мастерскую, и отдых нашли, и бани нашли. Да, там, может быть, это стоило чуточку денег, в отличие от того, что было бесплатно на улице. Но, знаете, мы приехали под вечер, поэтому нам было очень комфортно, мы получили все. А утром, позавтракав, мы не в экипе, спокойно чинимся. Ну, гостиница нам в любом случае нужна была. Нашли бы мы за те же самые деньги, а тут да? Да, еще и... Свезло. Да, свезло, и, в общем-то... А вот так вот с видом на Афганистан. Да? О, вот это вот, ну, вот сам, вообще ключи. Самое оно. Ну что, варить? Стол, конечно, зря. Что, развернуть? Ну. Знаете, это одно из самых, наверное, трудных и увлекательных путешествий, к которым мы отправлялись. Чаще всего комфорт, автомобиль это более комфортно, мотоцикл это тяжело, мотоцикл это проблемы в дороге, ну и, соответственно, ремонт. Без Антохи я, наверное, не поехал бы в такое путешествие, может быть, на таком мотоцикле. Ну, поехал бы, может быть, на гусе, гусю, конечно, бы досталось, но он более новый и как бы... Варианты того, что он выдержал бы, их больше. Шансов, точнее, больше. Сегодня мы думаем поехать в сторону Душанбе. Вряд ли доберемся, поэтому у нас будет еще одна остановка. И мы решили не останавливаться в Душанбе, а ехать сразу дальше на Самарканд. Прогулки начнутся у нас с Самарканд и Бухара. Ну и также мы приближаемся к возможному нашей встрече с академиком. Я думаю, что она все же будет, и наши попы, если останутся целы, от тряски, то мы обязательно заедем в Грузию и вместе с ним погуляем. Сигнал есть? Да, он здесь. Но он пока не заведен, сигналить не будет. На очередном пропускном пункте. Сейчас нас проверяют визу. Ну, так называемое разрешение на въезд в погранзону. Которого у нас нет.
Всем привет снова. У нас вечер. Мы уже отдыхаем. Второй день хреновой дороги. Опять с поломочками небольшими. Сегодня вообще, в общем-то, только лупасили. По местами асфальт, местами гравийка. Короче, черт что. Что сказать? Ничего хорошего за два дня сказать не могу. Ну вот, единственное, что да, отдыхали в гостишке с горящим источником, который там Сашка наснимал. Сейчас покушали, готовимся спать. Всем привет.